И сообщение с пометкой «Срочно». Четверо детей погибли в результате пожара. ЧП произошло несколько часов назад, недалеко от Сухого Лога в поселке Алтынай. Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 18 минут. На улице Урицкого вспыхнул частный жилой дом. В тушении участвовали сразу несколько пожарных расчетов. Установлено, что в доме проживала семья с четырьмя детьми в возрасте от года до 5 лет. По предварительным данным, малыши погибли в огне. Для оказания психологической помощи на место происшествия направлены специалисты МЧС.